Вот такой Дед Мороз стоит. С Новым годом. Всех поздравляет. Это административный корпус. На втором этаже платишь денежку за лечение, за санаторий. А на первом этаже сразу устраиваешься. Вот административный корпус такой. Тут снег. Лавочка такая. Деревья, все в снегу. Так красиво. Настя собралась уже на завтрак. Да, Настя? Кушать хочешь? У нас всегда под окнами очень много котов. Мы их подкармливаем. И еще возле столовой. Вот они сидят, вот столько котов. Вот, и я даже не знаю, давай посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А это наше окошко. 9 котов. Да, и мы их подкармливаем здесь. Иди тебе парочку домой, добрый. Доброе утро. У нас собака дома. А попугай? У нас же дома еще попугай. Значит, тогда попугая не будет больше. Так, вот это мы сейчас покушали. Это наша столовая. Здесь вот есть шоколадница. Кондитерский магазин. Вот. Там наш корпус. Вот мы идем оттуда. Там наш 5-й корпус. Здесь вот первый рядом. Вот он здесь стоит. Это не первый. Вот первый. Вот первый. Стрелочка да, же вот, показывает. Вот, вот это правильно. Вот то это второй. Первый. Вот это вот второй корпус. Да. Вот он. Там очень хороший делает массаж ног. Такие аппараты стоят. Один аппарат стоит почти 30 тысяч. Их там очень много. Ну ладно. В общем, вот этот корпус. Этот, значит, третий корпус. Да. Вот. И вот по этой... И вот по этой дорожке мы идем в лечебный корпус. Вот, если бы тут много было снега и льда, можно отсюда на санках было накататься, да? Да вот здесь можно, гляньте, сколько. Вот тут такой фонтанчик с голубями. Три голубя. Ну, конечно, он сейчас не работает, так как зима. Вот это я сама не пойму, какой-то корпус. А, первый я сказала, да? Да, это первый. О, Настя в шапке монстрика. Она опусти. Глазик какой, у тебя улыбка. Так, ну все, мы сейчас будем идти, как раз будем проходить там эту речку. Мы потом... Так, здесь вот протекает вот такая вот дорога к лечебному корпусу. А здесь вот протекает вот такая вот река. Воды, да, Настя? Ой, а посмотрите, какая тут пена. Ух ты! Прям пена бушует, прям вода. Мы пройдемся через мостик. Да, тут мостики везде. Небольшой. Ага. Скользко очень. На льду. Так как лед, снег. Надо, чтобы больше посыпали, конечно, здесь. Вот это вот. Туда пошла река, а нам идти туда вверх и вверх. А, вот здесь вот вообще рынок всегда бывает. Вот мы проходим, вот это рыночек. Но сейчас где-то около 9, а люди еще спят. То есть на рынок никто не выходит так рано. Настя, отойди, машина. Тут вот, вот такие вот дома. Видно, или это... Чьи-то личные дома, либо сдавать хотели, ну, люди вот сдавать под жилье кому-то. А там олень. Да, вот это вот дорога, это к лечебному корпусу. Тут некоторые, скорее всего, еще вот так вот вверх ходят. Ну, речка бежит вот там. Маленькая проходит. Вот рынок, кто-то уже приехал, выкладывается. Ну, еще ничего здесь нету. Да, Настя? Еще рано.
Настя тоже принимает много лечений, да? Да. Что ты принимаешь? Какие лечения? Расскажи нам. Душ. Циркулярный душ, да? Да. И еще, ну, дышать так. Ингаляцию, да, принимаешь? А потом, что еще? Ванна, да? Да, ванна. Сероводородная сейчас, да. Ванна. И массаж ног. Массаж ног. В общем, очень много мы принимаем процедур. Да, у меня больше, чем у тебя. Да, наверное. Потом... Встану, я так думаю. Носик, да, там надо носиком, носик там для носика какая-то процедурка. Да, да, еще солнце вот такое, лампочка такая греет, ага. Она, надо глаза закрывать и на нос вот так близко. Типа тубуса, да, тубус называется, я кажется. Даже... Вот. Ну, тебе больше всего нравится вот этот, как душ, душ Шарко, да. Да, или как это? Душ и еще... Ванная вот так. А, ванная сероводородная. Сероводородная вода здесь очень-очень полезная. То есть вообще лечит очень хорошо водичка. Я принимаю ванну, вытяжку. Здесь есть вытяжка в этой лечебнице. Очень всем советую, если кто-то приедет. Ой, как? Я под своим весом принимаю вытяжку такую. Окунаемся в сероводородную ванну. В бассейн с сероводородной водой. И там 5 человек. И мы под своим весом вот лежим в этой воде. Не знаю сколько, минут 20, наверное, 15. А, кстати, теперь ты расскажи, какие. Ой, я там и азикирит, и что-то на спину тоже. Ну, что тоже много, и ингаляцию. В общем, мы утром выходим вот по этой дорожке. А, не сначала позавтракали, а потом идем вот в лечебницу. Да. Вот там горы у нас. Везде горы. И мы... Покушали и идем в лечебницу. И она... надо идти к ней, наверное, минут 10. Ну, кто быстро ходит, может, меньше. Вот. И начинаем процедуры принимать до самого обеда. Да, Настя? А у нас сейчас идет процедура. Идти до самой... Ну, это полезно. Вот мы сейчас идем, мы идем как будто немножечко наверх. Это, кстати, очень полезно ходить. Вот. Ну, а потом идем на обед, да? Даже после обеда у нас тоже есть процедуры. Так, вот мы уже пришли в лекувальный корпус. Лечебное отделение. Криотерапия. Ух ты. Тут разные лечения. Так, лекувальный массаж, лимфодренаж, говорят, вот очень-очень полезный, очищает лимфу. Вот. Ну, разные тут процедуры, очень много здесь процедур. Так, вот лечебный корпус. Угу. Так, все. Мы с Настей заходим, да? Здесь... Висит вот такая вот доска. Дякую Чистеняку. Ну, говорят, история здесь такая, что приезжают люди с палочками, с костылями и вылечиваются, оставляют их тут. И вот здесь делают такую доску. Вот. Привет! Все, мы пошли на лечение. Да? Угу. У нас очень много сегодня процедур. Да, здесь вот такая водичка. Закрой, Настя, закрой. Зачем она зря лежит? Вот, бювет. Это цирководная минеральная вода. То есть сероводородная минеральная вода. Здесь она разных здесь градусов. Здесь самая большая, теплая. Вот здесь... Ну, холодная, да. Тут нормальная, а тут теплая. А тут 45, да. Тут да. Вода прям аж прям очень-очень такая прям аж горячеватая, теплая. А вот эта, ну, тепленькая. А вот эта холодная. Холодная. Приходишь со своими стаканчиками, набираешь воду, и до завтрака, до обеда, до ужина надо ее пить, да? Пить. Так полезно. Thank you.
До завтра, завтра я возьму сына на работу. Настя, что ты делаешь? Массаж. Настя, тут такой массаж. Мы в массажном таком кабинете. Здесь вот такие вот аппараты. Вот это массаж, но... Учора боли не могли? Да, был. А книжечки снимали, чи я вам не видела? Ну как, классно, но... Я не видела. Что там? Больно? Веселевич сказал, помните? Веселевич сказал. У нас те розовенькие. А у всех остальных зелененькие. Ай.